Всем привет, кто нас сегодня смотрит. Итак, мы сегодня выехали уже вечером на, так скажем, коп на пляж. Вот у нас такое вот море, пляж с камушек, пока мест находок никаких. Вот дети балуются. Кто с пинпоинтером, кто с мини-лабом. Кстати, одну железячку выкопали. Вот. Мы вчера распаковали наш новый прибор. Сегодня мы только, да, испытываем, правильно, испытываем. Пытаемся его настроить. Если вы знаете, как он стоит. Смотри, какая глубина. Это ерундушка. Покажи, поди-ка. Ничего нету. Мама, держите. Мини-лап отдаем. Давайте, папе пускай. Папа сходит. А я побежала к чужому... Покажи крабу, я говорю. Крабу покажи его. Смотри, он ближе уже. Мама, ты сними эту крабу. Да, вот смотрите, какой у нас грузовой кораблик плывет. У нас уже поздно, после 9:15. Как раз раньше не получилось подъехать и испробовать новую покупку. Вот, получилось на сам вечер. Да, там порт, там он будет выгружаться. Габриэль, находки у тебя есть? Где окушки? Покажи. Ракушки, да? А где моя красивая ракушка? Вот она. Покажи свою ракушку моя красивую. Моя находка. Первая. Да тебе мини-лап помог найти? Нет. Сама нашла. Несите лопату папе, папа будет копать. Такие хорошие. В общем, побегали мы здесь еще пару минут. Находок никаких нету. Собираемся ехать домой. Адрианушка пытается себе в сапоги насыпать камушек. Ты камушек домой хочешь привезти? Нет. Еще одна находка. Тут что-то пищит, но не стоит, думаем, копать. А тут три. А что, пинг-понтер пищит? Тут где-то что-то. Опаньки. Вот наша первая находочка, ребята. Походу 5 центов. 5 центов. Ха-ха. И это хлеб. Вот первая находочка. Наших английских 5p. Сейчас скажу, ребята, какой год. Знаете, а год не видно. Год не видно, надо почистить. Она от соленой воды, она потемнела. Что, подписывайтесь на канал, ждите новых видео, будем стараться почаще куда-то выезжать, что-то покопать. Что будем находить, будем показывать, выкладывать. Надеюсь, будет вам интересно. Всем пока-пока.